Лучшие из лучших – те, кто являет собой прекрасный образец мудрости и трудолюбия, чьи успехи – гордость всего нашего муниципалитета. По традиции, в праздничный день были объявлены имена новых почетных граждан Ленинского округа. Церемония прошла у памятника основателям города Видное. Поздравляю вас с днем Ленинского городского округа и города Видное. Эти праздники объединяют людей абсолютно разных поколений и судеб, которые по-настоящему любят свой край, бережно относятся к истории, работают во имя его настоящего и будущего. В нынешнем году в числе жителей, внесших весомый вклад в развитие муниципалитета, два человека. Директор Видновской гимназии Татьяна Анашкина в сфере образования уже почти 50 лет. Не счесть числа ее учеников, многие из которых живут и трудятся на благо Видновского края. Именно любовь к своей малой родине – вот что, по словам Татьяны Викторовны, постоянно мотивирует двигаться вперед. Я всегда гордилась тем, что я живу в таком прекрасном городе. Это было еще 70-е годы, когда я только начинала. Но вы знаете, у меня никогда не было ни капли сомнений или там желания отсюда как-то уехать. И жили мы в условиях не очень хороших когда-то, когда начинала учителем еще работать. Но тем не менее, я считаю, что лучше, прекраснее нашего города нет вообще в Подмосковье. Почетным гражданином Ленинского округа стала и директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе. Ее воспитанники регулярно занимают места на пьедесталах европейских и мировых первенств. А в этом году пловцы Евгений Рылов и Иван Гирев стали победителями Олимпийских игр. Увидеть задатки чемпиона и привести к большой победе – такие задачи всегда ставит перед собой Гульнара Джамаловна. Я люблю свою работу, я, наверное, самый счастливый человек. Я люблю работу, приходить, видеть ребят. Они смотрят тебе в глаза, они тебя никогда не обманывают. Это такие искренние глаза, которым всегда можно верить. И я прихожу с удовольствием. Также были присвоены звания лауреатов премии Ленинского округа. Это 15 профессионалов из самых разных сфер жизни. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.